юрфаку, как и Казанскому федеральному университету, в этом году исполнилось 212 лет. Юридический факультет славится не только своими студентами и выпускниками, но и, конечно же, спортивной, творческой и научной деятельностью. Я думаю, что он будет развиваться в тренде тех событий, которые наполняют университетскую жизнь новыми проектами, но еще и инновации. Это еще и та составляющая, которая, собственно, и делает классическое университетское образование, классическую университетскую науку соответствующей требованиям времени. Этот знаменательный день, 1 декабря, объединил преподавателей и студентов на одной большой сцене Уникса. В этом году тематика вечера стал творческий баттл образовательных направлений юрфака гражданское, уголовное, международное, государственное и другие. В честь каждого из образовательных направлений отстаивали любимые преподаватели факультета. Каждый приготовил по одному творческому номеру. Кто-то продемонстрировал свои вокальные данные, кто-то испробовал себя в роли танцора, кому-то по душе оказался юмор, а кто-то и вовсе подался в актеры. Кстати, недавно посмотрел «Фантастические твари и места, где они обитают». Что, в кино ходил? Да нет, лекцию первокурсников вел. На фоне всех ярких номеров сложно выделить лучшего представителя одного из юридического направления. В конце праздничного концерта преподавателям были вручены почетные дипломы, а гости и зрители остались под яркими впечатлениями от празднования Дня юридического факультета 2016. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.